Так, ну что, снимем быстренький обзорчик, да? Камера хорошо меня видит, да? Короче, после работы в пятницу я зашел в магазин «Верный» и стал ничего сегодня заказывать, хотя все равно мне кое-что заказал, там мусорные пакеты, своим любимым «Озоном» воспользовался. Мусорные пакеты, колу заказал, творог, хочу сделать запеканку с сахарозаменителем. Потому что я сейчас сахар вообще не употребляю. И что-то еще заказал. Что-то я еще заказал, уже не помню что. У меня собачка какую-то. Тут осталось. Соседи, наверное, пошли. Вот, в общем, затарился я в магазине «Верный», да. И хочу вам сделать распаковку. Начнем с самого большого пакета. Здесь у меня в основном фрукты и овощи. Это вот такие перцы замечательные, два желтых. Тут у меня бананы для поднятия настроения, пакет мандаринов, хурма, такая самая дорогая, которая была, и самая мягкая, и сладкая. Ну, знаете, не такая прям мягкая, а вот самое то, что нужно, с паутиной даже. Так, тут у меня огурцы, вот эти, знаете, без пупырки, помидорки. Тут у меня килограмм гречки, наверное, 900 грамм, газированная вода, куда без нее, всегда с ней. Еще одна газированная вода. А, я вспомнил, что еще заказал на зубе. Колу без сахара, или я уже говорил. Подсолнечное масло вот такое, беру слобода. И банка кабачковой икры. Ну, пакет, разумеется, будем использовать для мусора. Второй пакет. Тут у нас 20 яиц, вот такие яйца какие-то новые взял, смотри. Не знаю, просто яйцо. Что-то я их нес, я думаю, что я что-то разбил, вот проверить. Так, здесь целое. Здесь целое. Я стараюсь брать яйца, которые, знаете, уже мытые, обработанные химией. Вот такие батончики взял. Вот такие, смотрите. Которые, ну, без сахара, тут чисто фрукты, орешки и эти, ну, злаки какие-то и овсянка. И два батончики. Лоточки носовые такие бирюзево, вот, с приятным ароматом таким. Сыр Гауда, брест-литовский. Салфетки. Папирус называется. Беру вот такие салфетки. У меня они очень часто используются. Я их, знаете, тут куда надо, не надо. Я так взял вот такое средство, было по акции. Известковый, да, это известковый налет и мыльный развод. Мне для душевой, да и иногда я даже унитаз я попшикаю, вот такую мистер Вуску. По акции что-то там, знаете, в районе 180 рублей. Ну, это ладно, не будем говорить, что это. Специи вот такие беру, смесь перцев для яичницы, для мяса, там котлетки сделать, курочку запечь, самое что просто. И взял прям целую гору разного мяса. Смотрите, что у нас здесь. Начнем с одного, да? Здесь у нас желудки. Знаете, вот когда совсем, скажем так, хочется что-то делать, поджариваешь лук, прям нормально карамелизируешь его, добавляешь вот эти вот желудки, ну, тройкуро, ну, моешь их, разумеется, там, если что-то есть потустороннее, убираешь, и обжариваешь, и получается очень вкусно, перец, соль, все, больше ничего не надо. Такой фарш взял, свиной говяжий, домашний, смотрите, сделаю, может быть, тефтельки. У меня я рис купил как раз, кстати, офигенный, можно сделать тефтельки, либо котлетки, в общем, придумаю. Такие ножки, обожаю именно вот эту фирму, наша птица, птичка, да, называется, наша птичка, вот с такой курочкой нарисованной. Меньше слов, больше курочки, вот такая, офигенная, очень хорошее мясо, курочка прям вот розовенькая, понимаешь, нет вот этой вот всякой, которая, знаешь, бывает напшикает туда жидкость для веса. Вот это как бы не про эту курицу, она что-то стоит где-то в районе, ну, за килограмм,
То есть 250, то есть 280 рублей. Мне кажется, это нормально. Не знаю, может быть, кто-то что-то дешевле найдет. Так, творожки. Вот два себе обычные, без ничего, обуша. Люблю обушу. И две с грушей. Это не себе, там есть сахар. Ну и, конечно же, сигареты с вкусом лимона. Это я не рекламирую ни в коем случае, так что... за это вы меня поругать не сможете. Еще у меня, говорю, с Озона придет кола, придет творог, я сделаю запеканку с вот, сарзаном. Вот такой у меня сарзан. Что мы купили? Подсластитель. Попробую. Я вчера добавлял, знаете, куда? В овсянку. Вечером что-то хотелось овсянки. Овсянку тоже, знаешь, готовлю. 50 молока, 50 воды. Быстренько вот такая овсянка у меня, мистраль, офигенная, очень вкусная. Вот такая. Буквально 5 минут она готова. Вот. И добавляю туда фрукты. Не прям в кашу, когда варишь, да, а отдельно на тарелочку. Фруктик, у меня киви. Кстати, киви забыл купить, там вообще офигенный киви был, верно. Ну ладно, съем с хурмой, с бананом. Киви туда, мандаринку, вот которую я, собственно говоря, где мои мандарины? А, вот же. Вот мандаринку просто и шикарно. Такой прям очень тонизирующая, очень легкая. И можно съесть просто целую тарелку и при этом не чувствовать никакой тяжести. Запить вам газировочкой, либо колы без сахара. Ну вот надо, вот никуда без сладкого. Хочется сладкого, пускай кола будет в моей жизни без сахара, ничего страшного, она, честно говоря, не особо отличается чем-то от сахара. Сейчас покажу, какую я покупаю. Я в прошлый раз рекламировал, ну не то, что рекламировал, а показывал ее, вот такая. Кстати, это мне осталось, да, допить. Вот, я ее, честно говоря, пью неограниченное количество. Хочу выпить и пью, сейчас тоже возьму и выпью, допью до конца. Шикарно. И заказал сейчас Черная пятница же. Вот. В магазине Йорно это не касается. Я заказал эти пакеты мусорные. 70 штук, 35 литров с завязками. Всегда заказываю с завязками. Знаете, сколько они обошлись? 70 штук пакетов с завязками. Ну такие плотные, ну хорошие, как Фрекенбол, знаете, какая-то другая ноунеймовская фирма. Обошлись мне пакет 250 рублей всего. Хотя до этого все время за 550, за 600 заказывал. Но опять-таки через Озон, да, на Озоне выгоднее. Так, если в магазине купить, это 1200 точно отдашь, 1200. В общем, вот такая небольшая распаковка. Хороших выходных, ребят. Спасибо, что смотрите это видео до конца. Пожалуйста, не забывайте вот донатить меня, я оставлю... сводки, да, куда можно перевести в комментарии, закрепленном к этому видео. Если вы хотите больше распаковок, присылайте больше денег, будем с вами вместе затариваться и делать распаковки классные. В Питере совершенно другие есть свои поставщики, свои производители продуктов, поэтому я думаю, люди, которые смотрят меня в других городах, а может быть даже и странах, все равно будет интересно посмотреть, а что и как. Вот. Также куча всяких обзоров на Петербург, на другие города. Вот мне буквально сегодня выстрелило видео, куда же, господи, какое-то выстрелило видео, я же не помню, у меня просто столько, сколько снимаю. Ну, в общем, какой-то другой городок, и люди периодически все равно находят, смотрят, комментируют. Это приятно, безумно просто, мне очень нравится. Поэтому, пожалуйста, комментируйте, донатьте, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. И я буду самым счастливым человеком, буду гораздо больше видео снимать для вас. И буду развлекать вас, и посвящать, рассказывать о Петербурге, посвящать свою жизнь, рассказывать о своей жизни. В общем, спасибо, что вот вы есть. У меня уже почти 30 тысяч на Ютубе, больше 1600, по-моему, да, у меня ВКонтакте в группе. Очень хочется группу ВКонтакте разрулить, чтобы она была популярней. Вот, и я вот вам всего хорошего желаю, и спасибо, что вот вы каждый у меня есть. Спасибо вам. Пока. Хороших выходных. Не болейте, зайчики.